Приветище! Это боевой кот в шляпе, и мы продолжаем наши приключения. В прошлой серии, как ты помнишь, под конец мы бахнули с тобой босса, у которого было куча всяких крутых шмоток. Мы их, конечно же, взяли. И сегодня я тебе покажу одну из них. Это Сюрикен. И да, я знаю, что Сюрикен, он типа звездочкой, но просто кинжал звучит как-то не очень. Поэтому буду сюрикенить. А еще он умеет отскакивать от стен. Тем самым он может пронзать несколько целей. Вот, например, давай вот этого бандита попробуем бахнуть. О, нифига себе, они тпшатся. Вот это, нехорошо, ладно. Кот-ниндзя, теперь я кот-ниндзя, сейчас я всем покажу. Или мне сейчас покажут, у меня очень мало хп. Посмотри на мой хп. Так, магия сработала, отлично. Блин, как, где, кто меня достает? Я не вижу ниоткуда никак. Получай, жаба прям пузырем своим огненным в меня попала, а я ее подорвал бочкой. Хо-хо-хо-хо. Вон там он что-то, смотри, расщельная есть. Так, там бочка, я вижу, подорвем. Что-то сюрикены как-то меня... Нифига себе, вот это не очень круто. Ты посмотри, какие там здоровики бегут. Так, достаем, значит, нашу базуку. Бабах! Теперь магия. Он не успел. Фух! А он мог что-то бомбануть, жестко бомбануть. Есть попадание. Еще лови. Попадание. Не попадание. Там с другой стороны кто-то бабахает. Выходи сюда. Кто это был? Всех накажу. Так, достой снова сюрикены. Какие-то псы странные. Песчаные. Пустынный... Как сейчас прочитаем? Пустынный волк, что ли? Койот. Пустынный койот. Вот эти жабы меня больше всего бесят. Или это ящерица, а не жабы? Что-то АИ меня подводит. Вот так вот я могу. Вот так вот, смотри. Пофиг, что ты бегаешь. Ни разу не попал. Офигеть. По башке бы... О, ништяк. Надо базуку сменить. Сейчас мы сменим базуку. Вот этой штукой. И мне так будет проще. Сразу хеды пошли. Когда желтые циферки, это значит, я по башке попадаю. Отлично. Всех разбомбили. Шикардос. Не, ну конечно же, сюрикен я верну. А, нет, сюрикен у меня есть. Значит, возвращаем базуку. Вот. Потому что она самая мощная. А мощь мне нужна. Пойдем разобьем, значит, вот эту трещину. Туда заскочим. Мы уверен, что там что-нибудь будет полезное для нас. Надеюсь, тут сундуков нету. Я ничего не пропустил. А то будет обидненько. Заскакиваем. Хотел сказать и ворваться. Всем хана. А тут просто ловушки. Нет бандитов. Хотя вон там кто-то бегает, мне кажется. Тихонечко проскакиваем. Вроде никого тут даже нет. Но мне казалось, что какая-то жаба тут вот так вот делала. Значит, показалось. А, вон, смотри, бандит стоит. Так, хорошо, сейчас мы его заморозим. Получай. Хедиком. Он снайпер, оказывается. Держи, снайпер. Был снайпер, нету снайпера. Блин, какой-то принц Персии, слушай, начался тут. Жалко, мой клинок, точнее, кинжал, не умеет возвращать время обратно. Кстати, скоро ремастер выйдет по принцу Персию. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ух! Ты посмотри на мое хп. На мое хп глянь. 3 хп и без брони. Обалдеть. Вот это я, конечно, сел, так сел в лужу. Торговец оружием. Редкий. Минус 20% к получаемому урону и плюс 30% к наносимому урону в течение 10 секунд каждый раз, как вы израсходуете 100 единиц боеприпасов. Нифига себе. 100 единиц боеприпасов. Так, ладно, заходим. С базукой заходим. А тут никого нет, потому что я всех тут вынес. Сейчас вот тут кто-нибудь да вылезет, смотри. Койоты. Жабы. Надо стараться им в башкень попадать. Башкень, сюрикень. О! Это же панда. Нифига себе, койоты стали стрелять своими зубами, что ли, чё? Мастер панда, привет. Чё бы улучшить? Я бы, конечно, улучшил бы свой кинжал, но денег у меня нет, я бомжара. Я все спустил перед боссом. Ой, зря я это сделал. А тут зато патрики есть и гранаты. А у меня все. А ты-то кто? Молниеносный мечник. Чё-то он нифига не молниеносный. А жабы до сих пор пуляют свои огненные шары. Вот так вот. Всех раскидал. Тут оружие какое-то. О, новое оружие! Костяной дракон. Давай-ка мы возьмем вместо нашей ракетницы. Ну-ка, давай пульнем. Фига себе, черную дыру создает. Вот это мощь. Вот это прикол. Так, значит, куда нам? Тут сейчас все бомбанем. Мы можем вниз спуститься, но нужно ли нам это? А черная дыра-то это не просто анимация, она реально засасывает, замедляет противника. Прикольно. Здорово. Так, сюда ли мне надо? Сюда я не могу пройти. Короче, это ложные двери, понятно. Значит, мы спускаемся вниз.
Я иду с моей любимой пушечкой. Черной дырой. Нифига себе, я этих псин разматываю при помощи этой пушки. Разбойнички, привет. Да, но такое оружие надо было придумать. Это, конечно, жестко. Ко мне вообще никто не подойдет. Ближнебойный. Их всех засосет в черную дырку. Ну, кто вылезет на меня? Эй, бандиты. Бандитские слуги, сейчас я их разнесу. Главное, чтобы они в меня не стрельнули, а тоже они снайперы. И не стрельнули. Здорово, пёсики. Жалко, конечно, что это оружие очень долго перезаряжается. Ну а так, в принципе... Опа! Разбойник-поджигатель. Надо первым делом поджигателя снести. Бомбим его. Да, шарик мой не долетел до него. Сейчас еще разок. А, перезаряд. Там еще один здоровенный какой-то. Фига себе, это кто там за здоровяк такой? Щитом. Плут-приспешник. Держи. Хотел в него магией пульнуть, а нифига. У меня же есть черная дыра. Какая магия? О чем речь вообще? Так, ну с псами я сейчас разберусь по-быстренькому с койотиками. С жабой тоже, надеюсь. Жаба-то прыгучая, она черной дыры отпрыгивает. Кстати, я хп восполнил чуть-чуть. Значит, можно беспределить по полной. Все, минус жаба, отлично. Давай посмотрим, что в сундучке. Какой свиток нам попадется. Или талант, я уж подзабыл немножко. По-моему, тут таланты, да. Пироман. Плюс 80% к урону от огня. Энергетический шар наносит на 400% больше урона. И плюс 4 к максимальному запасу дымовых гранат. Давай к урону. Потому что у меня черная дыра, а она... Сейчас посмотрим. Черная дыра, она, по-моему, к урону наносит. К емкости магазина, скорость перезарядки, АОЕ атака. А что-то не написано, какой урон. Но учитывая, что это костяной дракон, я думаю, что он наносит урон огнем. Погнали в следующую локацию. Пустыня Анси, уровень 2. Первым делом со снайпером разберемся. Что-то они стали помощнее тут. Ё-моё, надо уворачиваться от его авто... Ой, здорово. Что-то ты мне не нравишься, чувачок. Сюрикейнома в деле пошёл. Готовченко. Так, значит, теперь по башке тебе надо надавать, по шляпе. Вот так вот, по шляпе. Ништяк. Отлично, ты видал, как я его вынес? Ё-моё, а это что за червь? Сюрикейнома. Блин, как-то надо... Во, видал? Невидимка? Лис-невидимка? Обалдеть. Короче, надо как-то научиться кинжалы кидать так в стену, чтобы они отражались и попадали в противников. Допустим, я сижу в засаде, не вижу противника, а я могу кинуть кинжал так, что я поражу противника. Это ж круто. Круто. Только это надо учить геометрию. Блин, долбаные лисы со своими громовыми куколками. А я знаю, что с вами делать. Вот так вот. Сейчас ты у меня взорвешься нафиг. Надо дымовые гранаты кидать. А я не кидаю. Забываю про них. Локейшн очищено. Прям дальше. Достану-ка я свой драконий ствол. Бабу. Да, но монстры стали тут мощнее уже. На втором уровне. Ловкие руки. Убейте пустынного койота 20 раз. Ничего себе, и мне дали вот такую штуку. Что это такое? Ловкие руки. Запас боеприпасов не расходуется в течение 2 секунд после убийства противника или уничтожения предмета. Ну это здорово, конечно. Так, 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 я зарядил черную дыру. Блинский! Убегаем, 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 убегаем. Как меня поразили! Черт возьми, это обидно, вообще обидно. А бандит-отшельник меня уничтожил. А возродиться я больше не могу. Ёк-макарюк, ты посмотри, какая у нас банда. Жесть. Жёный тортище. На всех не хватит. Вы что, можете этот сундук открыть? Не, не можете. Ну ладно, погнали, чё? Чукова, чкиряу бомбини. Склеп Лунлиня. Да, придется все заново проходить. Но что поделать. После каждой смерти все по-новому, как говорится. Но зато я открою сейчас наверняка новое оружие, новые способности. О, даже болтают, чуваки. Красава, чё. Так, перезарядочка. Интересно, как будет распределяться оружие, свитки и все остальное. Ну, кстати, толпой прикольнее играть. А чё, пацаны-то где? Двери закрылись, а мы вдвоём остались. Три кота и пёс. Три кота... Как это сказать? Три кота с псом. Хе-хе.
Так, ладно. Не буду шутить. Да, пацаны, короче, там в портале что-то тусуют, а мы вперед умчались. Двое сзади, двое впереди. Мы, конечно же, впереди. Оружие, оружие. О, гранаты. Вон туда самое дело, гранаты накидать. Получай. Ну чё, где пацаны? Вон они бегут, наконец-то. Что-то они тормозят. Пацан тренит, тормозим. Ой, больно. Мечники долбаные. Так, еще гранату. А теперь вот так. Кия, как ниндзя. Жалко, только кинжала нет. Разнос идет. Вот и песик прибежал. Открываем. О, ствол. Прикольно. Так, получается, каждый свиток для каждого игрока. Ну, здорово. Че, качаем? Плюс 2 секунды к длительности дымовой гранаты. Ну, давай, вот это возьмем. Надеюсь, пригодится нам это. Помчали дальше. Слава богу, у меня теперь есть УЗИха. Буду раздавать хеды с УЗИ. Между прочим, это лучше, чем стандартное оружие. Вот эти вот. Порталь, портал, кто-то сказал. Пошли в порталь. Да, фиолетовый. О, какие вы громкие товарищи. Да, УЗИха, конечно, вещи делает. Ништячок. Пролезем в эту щель. Уху! Такой замес тут происходит, вообще крутяк. Банда на банду теперь играет. Классная штука. Слияние стихий. Не знаю, правда, что она делает. Ну, главное, что есть. Так. Парни! В этот раз я пришел не один, но с подмогой. Даже пёсели есть. Обожаю хеды раздавать сузихи. Это так мощно смотрится. У них так бошки отлетают красиво. Я ведущий. Опс. Ведущий лидер. Как посмотреть, кто сколько урона нанес? Вот что мне интересно. Гранату бы кинуть туда, вон. Вначале говорю, потом делаю. Надо наоборот все делать. Вначале кидать, а потом говорить. Смертельный счетчик. Поразили 50 копейщиков. Так, тут у нас сундучок, ребята. Получить оккультный свиток. Получить случайное оружие. Давай оружие, короче. Я смотрю, тут. Уй, пфф, еще одно УЗИ. Вы что, издеваетесь, что ли? А можно два? Можно два УЗИ взять. Ну ладно, тут еще свиток. Плюс 300% к урону от дымовых гранат. Энергетический шар наносит на 200% больше урона с шансом 30% взорвется дважды. Классная штука, возьмем. ТП-шимся. Там вон еще свиток есть. А-а-а, разлом, разлом. А-а-а, что я наделал? Зачем я? Так, успеем, не успеем пройти за 20 секунд-то. Бежим на пролом. Оп, 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 оп. Вот так вот. Надеюсь, успею взять свиток. Бегу, 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 бегу. Не успел. На. Ну ладно, чё. Я просто не заметил, что они разлом открыли. Разнос хорош. Чё здесь у нас? Так, потерять 45, приобрести 24. Давай вот это возьму. Чё, всё? Ну, вроде как всё. Заходим в разлом или не заходим пока. Странный какой-то перец, бежит и бежит, смотри. Ништяк. Так, заходим в разлом, парни. Парни в разлом. О, мастер. Мастер, здорово. Могу прокачать? Нет, не смогу. Долбаные жуки. Короче, в разлом прыгаем. Парни, подождите, куда вы так спешите? Снова же это ловушка. Странно, очень странно. На-на-на-на-на-на. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, я, пожалуй, подожду. Так, обходим. Да что ж такое-то? Все, капец, капецкий. Броню всю снес, я сейчас могу сдохнуть. Это очень вероятно. Зачем я полез? Черт, я сейчас откинусь. Вот это мне надо, а? Сейчас броню подожду немножко, поднакопится. И попрям. Вот, я думаю, упереть можно. Бежим, бежим, бежим. Ай, черт возьми, возрождаемся. Долбаный свиток. Слишком торопился я за пацанами. Торопыжничество, кто-то сдох. Кто-то сдох. И сдох он где-то там. Возрождается чувачок. Ребята, поднимите по-братски. Поднимите по-братски, а нехрен было дохнуть. Сейчас прибегу. Песик, не мешайте, пожалуйста. Да сейчас. Сейчас подниму. Не подняли.
Легко сказать поднять, когда тебя толпище мобов мочит. О, ствол крутой. Ништяк. Еее, машинган. Ништяк. Теперь мне вообще ничего ни почем. Торгаш. Ну, торгаша ничего не буду брать. Возьмем в сундуке свиток. Качнем талантики. 40% к урону от огня. То, что нужно. Мы на 4 уровне. А это означает, что скоро будет босс. И будет интересно посмотреть, как мы будем его вчетвером выносить. В одного я его тогда вынес с трудом. Но вынес. Было потенько, но ничего. Так. Машинган. Ты посмотри. С машинганом не могу вынести этих чуваков. Так, вон того сейчас замочим. Слона с щитом. Ой-ой-ой-ой-ёшеньки. Вот этот лучник, они меня всегда бесили. Пацаны, кто-нибудь. У меня нет возрождения. Я сейчас сдохну и все. Сдохну и все. А я никому не нужен. Я сейчас сдохну. Нет, вот этот пацан меня сейчас выручит. Спасибо тебе, бро. Спасибо. Я, пожалуй, пойду куда-нибудь спрячусь. Чтоб меня не бомбанули. А то ж меня сейчас бомбанут. У меня хп-то мало. Постой. Ух, я здесь посижу. Присесть тут, к сожалению, нельзя. На корточки. Так, хп, хп, хп. Опа. Двухстволка. Возьмем. Ништяк. Вот это ствол. Надо душ поднять, там он душ есть. Души это хорошо. Вот они. Че, валим отсюда? Враг взрывается после поражения. Испытание какое-то новое открылось нам. Так, ладно, надо залезть куда-нибудь. Куда-нибудь залезть. Куда-нибудь залезть. Да собачка побегаю, она знает, что делать. Где все... А, во, смотри, вон там вот. Черт, от машингана такая отдача мощная. Где тёвченька? Первого лучника мочканули. О, здорово. Зомбарь вылез из-под земли. Вылез и исчез. Оружие какое-то новое. О, дракон, дракон, дракон. Воу, кто это? Ты офигел? Сдох. Так, вместо машингана возьму, наверное, дракона. Да капец, а! Не успеваешь даже посмотреть. Лови! Пускай тебя в черную дыру засосет. Нафиг. А лучше вот так вот магию ему. И какой-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Черт, пацаны. О, ништяк. Красава сделал. Там сундук надо не забыть взять. Фух. Конечно, динамика игры очень. Ребят, если что, у меня 2 пушки на косарь уже. Нифига себе, ты крутой. Короче, что я хотел сказать? Короче, когда больше народу, динамика игры очень сильно возрастает. Ну и, соответственно, сложность тоже. Погнали. Ребята, валим. Чё, типа босс? Так, ну ладно. Давай прокачаем ствол себе, наверное. Вот, вот в эту пуколку. Вот так вот. Еще 400 монет. И вот так вот. У меня теперь пушка на косарь. Урона тоже. И чё еще? Похаваем, наверное, да? У меня хп же не восполнены. Ну да. Похаваем, патрики. И все. А вот и босс, снова. Снова этот же босс. Только в этот раз я не один, а вчетвером. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Кто-то ринулся в бой. Я могу, в принципе, тут посидеть. Хотя нет, я, пожалуй, подерусь. Лови. Черная дыра замедляет. Опа. Весь прикол в том, что теперь босс будет разделяться между нами. В кого бы атаку пульнуть. Ну и здоровье у него, конечно, побольше. Да, вот это замес, вот это мясо. Так, надо пушку другую. Револьвер. Потому что сейчас полезут вот эти чуваки. Точнее, не револьвер, а дробаш. Ой-ой-ой-ой, босс рядом. Ба-ба-ба-ба-босс. Рядышком, ребята. Берем пушку. Оп. Заряжаем черную дыру. На тебе. Держи магию. Ой, кажется, на меня. Валим. Опа, а чё это ты на меня-то стал агриться? Я больше всех урона нанес тебе, что ли? А, не, переключился на другого. Ну, красавец. Красава. 56 тысяч хп, это же вообще капец.
пуляя магией. Что-то я своим оружием совсем мало ему урона наношу. Капец. Вроде косарь прокачал дамага, а наношу всего 400. Я даже как-то... Можно, в принципе, в него пострелять сейчас, пока он там... Что? Что? Что ты сказал? Я все прослушал. Опа! Пацану плохо стало. Я его поднять... А, он возродился, красавчик. Блин, вот это мощь, конечно. Очень мощно. Если я сейчас слягу, то я слягу уже наверняка. И окончательно. Вот его бы перчатку мне. Она у него такая мощная. О, патрики закончились, прикинь. Патроны. Переходим к дробашу. Ой-ой-ой. Пацанчику плохо. Надо воскресить. Черт. Я думаю, пацана поднимут. Да, подняли, красава. И сдох снова кто-то. Вот сейчас шанс хороший. Поднимаем его, поднимаем. Пока мы прикрывали, пацана подняли. Это хорошо. Так, у меня уже, по-моему, дракон перезарядился. Ага, Патрик я поднял. Оп, оп, вот это нехорошо. Так, кому-то плохо. Надо попробовать поднять. А, он сам возродился. Ну, красава, чё. Так, так, так. Тут еще подрывники бегают суицидные. О, в меня! Нехорошо. Да что ж такое, всех бомбанул, прикинь. Серьезно, всех? Вчетвером не смогли ушатать. Вот это поворот. Ну, это было весело. Ну что ж, наша банда, к сожалению, не смогла вывести. Ну, бывает. Если тебе нравится эта игруха, то с тебя лайк и подписочка, если ты еще не подписан. А на сегодня это все. Пока. Увидимся в следующем видео.